Здравствуйте, дорогие зрители! И сегодня мы с вами поговорим о типичных проблемах, которые преследуют молодые пары, которые совсем недавно съехались. Первая проблема, она, наверное, самая важная, поэтому с нее и начну. Это личное пространство и время для себя. Вот до того, как вы съехались, например, вы жили одни. У вас было много времени, которое вы могли провести с самим собой. Посмотреть какой-то сериал, принять ванну. У вас было много пространства, целая квартира, например, или своя комната в родительском доме. А теперь вы все время находитесь в контакте с другим человеком. Не просто на мобильной связи, а именно все время вместе. Все свободное время вместе. Понятно, на работу вы уходите каждый на свою, но дома вы все время с кем-то. У вас нет возможности побыть одному. И у вас нет пространства, вам может быть даже быть тесно. Поэтому, прежде чем как съезжаться, нужно оговорить этот момент. Оговорить, сколько кому нужно времени для себя. Возможно, мужчине нужно сыграть в компьютерную игру, а девушке там посмотреть сериал на своем ноутбуке. И это можно сделать даже в разных комнатах. Просто нужно об этом заранее договориться. Чтобы не было ситуации, девушка убегает от парня в другую комнату, чтобы хоть немножечко отдохнуть, а он как собачонка бежит за ней и что-то рассказывает. И ей некуда деться, кроме как закрыться в ванной. Чтобы такого не было, чтобы вам не приходилось уже во время того, как вы живете вместе, обижать другого партнера и говорить: «Я хочу от тебя отдохнуть». Чтобы не было таких болезненных фраз, договоритесь заранее, сколько кому нужно времени. И поговорите об этом так, чтобы другой партнер не обижался, когда вы ему заявляете: «Мне сейчас нужно время для себя». И чтобы ваш партнер понимал, что ему тоже можно об этом сказать. Потому что бывает по-разному. То одному партнеру нужно больше времени для себя, то другому хочется побыть наедине. И можно снимать квартиру и побольше. Если вам не хватает не только времени, но и пространства, если вам тесно, когда вам сопят в затылок, тогда можно хотя бы квартирку побольше, чтобы каждый мог уединиться в своей комнате. Второй момент – это очень часто, когда вы начинаете жить вместе, один партнер все время убирает за вторым. Почему так? Потому что, опять же, дисбаланс. Одному партнеру и так чисто. У него совсем другой критерий порядка. Если там носки лежат на полу, для него это чисто, это нормально. А для другого партнера все должно быть идеально поскладывано. И, конечно, тот второй партнер, получается, все время убирает за первым. Первому-то нормально. Тебе не нравится, тебе дискомфортно, ты исправляй свой дискомфорт. Меня грязная посуда устраивает. А второй все время чувствует, что он раб. Он все время за первым убирает, все чистит, все делает. И он понимает, что он не хочет работать за двоих. И в этом конфликт. В том, как каждый из партнеров понимает порядок. Об этом тоже нужно договориться и найти баланс. Потому что первый партнер думает: ну если меня все устраивает, почему я из-за ее прихоти должен убирать? Если меня устраивает открытая зубная паста, почему я должен ее закручивать чисто ради нее? Вот эти вопросы как раз тоже нужно оговорить до того, как съезжаться. Можно съездить вдвоем на море, можно пожить вместе недельку, попробовать, а потом переговорить, установить правила. Ну и отдельный момент в отношениях, это когда парень начинает жить с девушкой, то появляется такая проблемка, но она существенная, поэтому я и выделила отдельно от всего быта. Проблемка в том, что забивается слив в ванной. У женщин волосы, они больше, они длиннее, и их больше попадает в слив с ванной. И эту проблему тоже надо будет решать. Она хоть бы мелочь, тоже часть быта, но об этом нужно заранее подумать. График составить, как эти волосы будут чиститься. Но и у мужчин тоже есть косячок. Их борода. Вот побреются, и по всей ванной вечно эта борода, эти мелкие волоски. Можно просто за собой вытирать. Ну, это типичные проблемы в отношениях. Напишите в комментариях, какие у вас были проблемы, когда вы только начали жить со своим партнером. И если вам нравятся мои видяшки, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, и до новых встреч!